Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик, на канал о красоте, уходе за собой и еще немножечко больше. Я рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня я хочу с вами поднять тему фаворитов в уходе за лицом этой осенью 2018 года. На самом деле, я долго думала, какие именно фавориты, что мне нравится, что мне не нравится, что я хочу выделить, что я могу вам посоветовать, что является беспроигрышным вариантом на сегодняшний день. И да, собралась куча. Я не очень хочу растягивать данное видео, поэтому давайте прекращать вступительную часть и уже перейдем к основному. Итак, любой уход, он начинается именно с очищения лично для меня. И любое очищение начинается с демакияжа. Раньше я всегда пользовалась мицеллярными водами до тех пор, пока не попробовала что-то другое, и что-то другое это было гидрофильное масло. На самом деле, совершенно сравнительно недавно ко мне в руки попало гидрофильное масло от бренда Тиана. Я так понимаю, это новинка у этого бренда. И для меня это стало, знаете, то гидрофильное масло, которое просто вот так вот перевернуло мое понимание об очищении. Если у вас кожа достаточно сухая, и если вы любите, не брезгуете, точнее, и вам близка такая текстура, как масло для очищения, для демакияжа, девочки, красавицы, я смело рекомендую вам попробовать данную марку, данное гидрофильное масло, у него невероятно крутой состав, он очень круто и благотворно влияет на кожу. У меня, конечно, есть подробное видео, обзор в моем инстаграм, Мискик9970, также у меня есть минутные видео, представлены уже здесь, на моем канале. Проходите, смотрите, чтобы просто не затягивать время именно про составы, про активные компоненты, про действия. Что могу сказать? Это масло великолепно растворяет макияж с лица, великолепно растворяет тушь. Мне очень понравилось, как оно работает на моем лице. Я могу вам сказать так. Когда я добавила в ступень своего ухода именно это гидрофильное масло, мне кажется, состояние кожи, оно значительно стало улучшаться, потому что именно очищение, оно стало намного качественней. Ну и в принципе, то, что я вам сегодня покажу, оно намного лучше стало влиять на мою кожу, я реально это стала замечать. Могу вам только сказать одно, единственный минус у этого гидрофильного масла, то что оно потихонечку-потихонечку заканчивается, и как бы запах у него не очень приятный, а также у него не очень удобная помпа, нет никакой совершенно точнее помпы, его нужно просто выливать на руку, но по большому счету мне даже так немного нравится, потому что я дозирую сколько мне нужно, прям вот по капелькам цежу, потом, собственно говоря, растираю в ладошках и начинаю массировать лицо. Если вы не видели, как я очищаю лицо этим гидрофильным маслом, у меня на канале есть видео обзоры масок ухода, как я пользуюсь, маска, те маски, которые пробую, там также показан момент очищения, так что проходите, смотрите, я думаю, вам данное видео будет интересным и полезным. Следующим этапом после очищения, снятия, так скажем, убирать, когда мы убираем макияж с лица, это вторая ступень у меня, это всегда очищение. И на сегодняшний день моим фаворитом просто этой осени стало, знаете, совершенно нетипичное, вот просто, это осень, точнее 2018 год, это просто нетипичность продуктов, которые мне попали в руки, которые действительно меня по-настоящему смогли удивить. И сейчас я вам говорю о средстве микс в минеральном геле от Secret Beauty. Это идет универсальный минерально-солевой гель для глубокой очистки кожи. Ребят, это супер глубокое очищение, это тут же скрабирование, тут же вычищение, и я не знаю, как назвать этот продукт, но он очень благотворно, очень классно вычищает кожу и подготавливает ее к дальнейшему уходу. После использования данного геля для очищения, могу вам сказать, любые другие маски, любой уход, который идет после этого очищения, он просто намного в разы глубже проникает и намного лучше действует. Единственное, я скажу, что это совсем не экономичный продукт, и он очень быстро заканчивается. На сегодняшний день у меня его осталось совсем чуть-чуть,
надо покупать новую, его здесь всего объем 150 миллилитров, также обзор подробный у меня есть о нем в моем инстаграм, да, мне кажется, львиная доля того, что я вам сегодня покажу, есть обзоры в моем инстаграм, так что проходите, смотрите. В общем, мне очень сильно понравился, отлично подойдет для проблемной, для сухой, для жирной, для комбинированной, для нормальной кожи. Единственное, что вот пометка для сухой кожи, хотя бы раз там в 2-3 дня им пользоваться, потому что он такой достаточно жестковатый, но он реально, девчонки, действенный. И если у вас есть черные точки, если у вас проблемная кожа, если вы склонны к высыпаниям, забитым порам, комедонам, присмотритесь. Очень крутая вещь, которая отлично помогает очищать вашу кожу. После того, когда мы очищаем кожу, конечно же, идет этап тонизирования. И здесь у меня есть два продукта, которые совершенно противоположны в ценовой политике. Они близки, но нет, они, наверное, совершенно разные по действию, но они работают очень благотворно на кожу. Давайте начну, наверное, с того, что подороже. Это мультиактивный тоник для лица от бренда MDCeuticals. Это идет у нас производство в Великобритании, это профуход. И, ребят, это моя любовь. Реально, настолько круто подготавливает кожу к дальнейшему уходу данный тоник. Он замечательно борется с отечностью. Я стала замечать то, что когда я пользуюсь данным тоником, у меня реально на утро нет никакой отечности, если я его использую вечером. А если я его использую утром и вечером, то вообще очень здорово. То есть никакой лишней отечности на лице просто нет. Также он отлично нейтрализует pH-баланс, то есть он его делает абсолютно практически нейтральным, потому что у него, я не помню, сколько здесь сам pH, но он нормализует pH и подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Ребят, это просто моя любовь. В этом тонике присутствует молочная кислота, которая для меня оказалась просто палочкой-выручалочкой. Здесь присутствует алоэ вера, аллантоин, а также экстракт гамомелиса. Это очень крутая вещь, которая круто увлажняет, тонизирует, подготавливает кожу, убирает отечность. Ребят, сужает поры. Я не знаю, это моя палочка-выручалочка. Данный продукт не является бюджетным, и я могу вам сказать, что это очень крутая вещь. Если у вас позволяет бюджет, и вы думаете, какой тоник выбрать, я смело рекомендую вам попробовать MDCeuticals. Это вот просто number one, это моя любовь, которую я хочу, чтобы у меня теперь она была всегда. Следующий тоник, натуральный тоник, который тоже так же перевернул мое понимание, это тоник календула. Я долго думала, какой же гидролат мне выбрать, который меня вот так вот реально удивил. Это гидролат календула от мастерской Лавровых. Он сравнительно недавно попал ко мне в руки, но действие этого тоника я увидела практически, наверное, через 3-4 дня использования. Дело в том, что календула, она очень благотворно влияет на нашу кожу, она подлечивает, убирает воспаление, снимает, а также заживляет, противовоспалительный, антисептический, антибактериальный, антивирусный, противогрибковый, седативный, восстанавливающий, тонизирующий, и также присутствует лимфатический стимулятор. То есть, в принципе, тоже должен немножечко бороться с отечностью. Что же вам могу сказать? У меня были открытые ранки от прыщичков, так можно назвать. И когда на протяжении буквально 3 дней я им пользовалась, я увидела, насколько очень быстро он их подсушил, убрал, заживил. Ребят, я реально увидела результат от этого гидролата. Я могу вам сказать то, что я им пользовалась просто, мне кажется, и днем, и вечером я им поливалась, и сейчас у меня осталось его меньше половины, я себе его обязательно закажу, ссылки, конечно, на продукцию, где ее можно приобрести, я оставлю в инфобоксе, проходите, смотрите, но это просто, знаете, обалденный натуральный тоник. Вот если вы любите натуральную косметику и вы ищете недорогой натуральный качественный тоник для лица, и у вас склонность к воспалениям, у вас есть воспаление, просто не поленитесь, загляните в мастерскую Лавровых, у них демократичные цены, и я думаю, вы тоже так же, как и я, влюбитесь в этот гидролат, а у них там их очень много, так что, девчонки, смело рекомендую. А следующее, что я хочу отметить, это маска для лица, и я, знаете, долго смотрела, какие маски мне выбрать, хотя вы знаете то, что у меня их очень много, и какая маска этой осенью меня вот просто вот так вот вух, которая меня удивила, которая, знаете, вот прям вот, вот покорила меня, и которая вот реальный фаворит этой осени. И я хочу вам сказать, что это маска Scrub Фитопилинг от бренда Шоконат. У меня есть постакне, которыми, к сожалению, в летний
в теплое время года, когда активное солнце, нельзя бороться с помощью кислот. Ну, это будет очень плохо, мы можем вызвать пигментацию. И вот эта маска от бренда Choconut Фитопилинг, она у нас отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, оказывает рассасывающий противовоспалительный эффект, обладает пролонгированным действием, что позволяет достигнуть заметного улучшения. То есть, в принципе, она должна оказывать, как знаете, отшелушивать и рассасывать все эти постакнешки воспаления. И у меня был на тот момент, когда я начала пользоваться данной маской, у меня были постакнешки, у меня были подкожнички, у меня были, ну, присутствовали черные точки, от них, ну, от них никуда не денешься. И когда я стала, я очень хорошо уже попользовалась, когда я стала пользоваться данной маской, я стала замечать результат буквально действительно на второй-третий раз после того, когда я использовала данный фитоскраб, я реально видела, как воспаление они потихонечку убирались, и когда после вот этой маски, кстати, наносила вот этот вот гидролат календула, просто эффект невероятно крутой. Ну вот, вот серьезно, 10 из 10. Мне очень понравилась данная маска, у меня есть обзор, как пользоваться данным фитоскрабом здесь на канале, так что проходите, смотрите, я осталась очень-очень от него довольна. Это классная вещь для проблемной, для жирной кожи, даже для сухой кожи, если вы хотя бы раз в неделю его будете делать, он очень круто отшелушивает. Просто великолепно, он подготавливает вашу кожу к дальнейшему уходу, он ее вычищает, он просто выравнивает тон кожи, мне очень понравилось. Ребят, я сейчас понимаю то, что вот такого рода маски, они либо подходят, либо нет. Мне она подошла идеально, и состав здесь просто невероятно крутой. Здесь экстракт каланхоя, хлопья овса, гороха, пророщенной пшеницы, кедровая косточка, цеолит и альгинаты. Ну, очень крутая вещь, я смело рекомендую вам, запомните героя в лицо, это очень классная вещь. После манипуляций масок у меня есть два любимых, так скажем, кремушка, один из них кремушек, другой из них эссенция. Первый кремушек, который я пользуюсь с лета и который мне очень нравится, это кремушек от бренда Бороделл, его осталось совсем чуть-чуть, это с маслом чайного дерева. Девочки, у кого ограниченный бюджет, у кого есть воспаление, у кого есть жирность, у кого есть раздражение на коже, если вы бреетесь, у вас есть раздражение, если у вас в принципе чувствительная кожа и вам нужно вашу кожу восстановить, солнечные ожоги, чтобы это была вещь вообще всегда в косметичке, это вот такой кремушек от Бороделл с маслом чайного дерева. Крутой состав, крутое действие, он настолько классно успокаивает вашу кожу, он так классно работает, он нормализует работу сальных желез, и при всем при этом я могу вам сказать то, что в тот момент, когда у меня, допустим, даже перед определенными днями высыпания какие-то, если бы должны были, их должно было быть больше, когда я пользуюсь данным кремушком, состояние работы именно сальных желез, она нормализуется, а когда я в комплексе, то, что я вам сегодня показала, использую все это просто 10 из 10, мне очень нравится данный кремушек, он отлично подойдет для любого типа кожи, особенно, конечно, с какими-то высыпаниями, не знаю, это просто моя любовь, я с удовольствием вам советую эту штучку, это просто мое открытие лета, потому что это стоит в пределах 75 рублей, а работает вещь просто невероятно круто. Следующая штучка, которая у меня есть, которую я открыла для себя тоже, ее открыла для себя сравнительно недавно, и это, знаете, тот продукт, который совершенно не зашел мне летом, и я переживала, зайдет ли он мне осенью, как это будет, и в тот момент, когда мне захотелось увлажнение, мое любопытство меня победило, я открыла на пробу сыворотку эссенция, которая у меня есть от бренда Miss Anel. Это корейский бренд премиум класса, увлажняющая эссенция для любого типа кожи, по-моему, она идет. Что вам могу сказать? Ребята, это прозрачная эссенция, которая невероятно круто увлажняет вашу кожу. Я, кстати, с учетом того, что у меня чувствительная кожа и она обезвоженная, когда я стала пользоваться данной эссенцией, я ей пользовалась утром, вот этой вот эссенцией, на весь день, и мне увлажнения хватало очень-очень. После использования, допустим, маски вот этой вечером, я использовала вот этот крем, потому что он достаточно жирный, он с маслом чайного дерева, и мне вот его хотелось именно вечером. А вот эту эмульсию я наносила на день, то есть это в принципе и не закрепляла никаким кремом. Что я могу вам сказать? Я тут много нанесла, мне кажется, хватит просто намазать меня все. Во-первых, это достаточно экономичный продукт, во-вторых, это
очень хорошо распределяющаяся такая прозрачная субстанция, сыворотка, которая отлично впитывается в кожу, вот она уже впиталась, и не оставляет после себя никакой жирной пленки, она не содержит абсолютно никаких жиров. При всем при этом данная эмульсия отлично увлажняет кожу, она питает кожу, и с ней кожа такая, знаете, более ровная, цвет лица выравнивается. Мне кажется, даже если есть какие-то намеки на заломки, на морщинки, она их хорошо питает и выравнивает, и повышает тонус кожи. Мне очень понравилась данная эмульсия именно сейчас, и я с удовольствием вам ее могу посоветовать. Подробный обзор на данную эмульсию у меня есть в моем инстаграме, skik9970, так что проходите, смотрите. Я поняла одно, то, что это просто невероятно крутая вещь, которая действительно у меня сейчас на моем лице, она работает именно в осенний период времени, и если вы в поиске какой-то хорошей увлажняющей эмульсии, и вы поклонница корейского ухода, я смело рекомендую вам познакомиться с брендом Misonel. А следующий крайний продукт на сегодня — это кожа вокруг глаз. Сколько бы нам ни было лет, кожа вокруг глаз нас всегда выдает, даже если нам 16 лет, и у нас эта зона очень сухая, нам это всегда добавит возраста. И очень сложно всегда подобрать крем для области вокруг глаз, потому что какой-то сильно питает, какой-то недоувлажняет, и всегда найти эту золотую середину очень сложно. И когда также ко мне в руки попал, и уже не первый раз вам в Торе показываю в фаворитах данный крем, тоже бренд называется Misonel, это увлажняющий крем для области вокруг глаз. Ребят, это просто, знаете, я готова ему оды петь бесконечно, потому что этот крем, в нем золотая середина именно питания и увлажнения. Он настолько классно и круто увлажняет и питает, что с его использованием, как я начала пользоваться данным кремом, я ни разу больше не брала патчи в руки, потому что просто не надо, потому что он настолько хорошо подтягивает, осветляет зону под глазами, он подтягивает и убирает мешочки под глазами, он нейтрализует синеву, потихонечку-потихонечку она уходит. Если в комплексе использовать, к примеру, с какими-то еще противоотечными сыворотками, то вообще 10 из 10. Я вам могу сказать то, что это моя любовь. Я его использую уже, наверное, с лета, и его здесь 30 грамм, я его использовала наполовину. У него крайне приятная одушка, приятная текстура, сейчас я чуть-чуть возьму, очень приятная текстура, которая на первый взгляд кажется жирненькая, но когда она впитывается, не остается никакой жирной пленки. И самое важное, когда вы пользуетесь данным кремом вечером, вы утром не проснетесь опухшей пандой, он подтягивает кожу, и нет никакой, знаете, вот этой вот сверху пленки, то есть он 100% впитывается, и это нереально крутой крем, который отлично подходит как на вечер, так и на утро. Он отлично мне зашел летом, он великолепен, он сейчас мне как раз в осенний период времени. Я осталась от него просто в диком восторге. Если вам 20+, и вам нужно свою, вы ухаживаете за своей кожей, и вы еще не пробовали крем от бренда Misonel, но вы в поиске хорошего крема, я вам смело рекомендую попробовать данный крем, потому что он невероятно круто влияет на состояние кожи, глазок. Так что вот так. Это все мои фавориты осени, что я вам хотела показать. Надеюсь, данное видео для вас было максимально информативным и полезным. Если так, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, не забудьте написать в комментариях, поделитесь какими-то своими очень крутыми фаворитами, которые вы мне посоветуете попробовать. Я вас всех люблю, целую. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если вы зашли ко мне впервые, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео. С вами была ваша Ирина. Всех люблю, целую. До новых видео. Всем пока-пока.